Стандартный номер 35 квадратных метров с панорамными. Одна часть здесь больше как ресторан, другая часть как лаунж, там есть диванчик. И у нас остается замечательная терраса. Вот как у меня. Единственная в городе с таким видом на экспо. Особенно здесь красивая атмосфера вечером, когда экспо горит разными огнями.
успели заметить, у нас очень много золотых оттенков. Отели, бары везде. Это говорит о богатствах нашей страны, о том, что мы золотодобывающая страна. Процветающие, хоть и медленно, наверное, процветающие государства. Это все отражено в дизайне отеля, не только этого конкретного бара, но и на самом лобби. Вчера в пятницу, в субботу у нас здесь играет живая музыка. Это как раз лаунжевая зона, которую я вам говорил. Сетями нашими нас там много интересно. Мы пришли в территорию СПА. Здесь нужно будет. Нужно будет нажать и подождать до сигнала. Нажать и держать ногу до сигнала. Мы работаем вот с 8 до 10, когда вы придете, мы вам даем ключики от шкафчиков. Внутри будет халат, полотенце. То есть с собой желательно иметь резиновые тапочки, потому что в зоне бассейна, но воды много, как бы скользко может быть. Также есть дополнительные процедуры, как массаж, пилинг, хамам и так далее. То есть можете ознакомиться с меню в ходе спа. С помощью платки вы здесь не добавляете. Потому что гости у нас ходят на места. Здесь проходят завтраки в формате фуршета. На 180 посадочных мест. Сейчас с новыми правилами, конечно же, это меньше, но в любом случае очень веселый. Один из самых лучших завтраков в городе. Стоит 7500 тенге на человека. Завтраки проходят с 7 утра до 10:30 в будние дни, в выходные до 11 часов. Мы заставили ресторан как раз после закрытия, когда они подготавливаются на следующий день. У нас есть также небольшой культурный уголок, где можно немного узнать о нашей культуре,
о наших народных играх, сказках. И также здесь лежат путеводители по городу для тех гостей, которые хотят посмотреть город и его окрестности. Спасибо.